Доброе утро всем. Хорошо есть, когда такие подруги. Получила с утра ролик от подруги, все, настроение подняла. Уже полчаса сижу, улыбаюсь. Приехала за капустой, голубцы решила делать. Думала, вроде как капуста была. Кинулась, капусты нет. Сейчас посмотрела. Люда, тебе тоже доброе утро. Люблю тебя. Да, настроение ты поднять можешь. Ничего себе, я тоже так могу. Я хотела его погладить. Это девочка, да, наверное? Мальчик. Я же с мальчиками дружу, ты чё? Басенька, Басенька. Олечка, ты поможешь мне письмо надо найти? Сразу сейчас получим все по анкете. Анкета у нас и там, и там. Есть, есть анкета. Пришел мой, наконец-то, монопод. Не пробовала пользоваться им еще. Какой-то он такой хиленький. Не знаю, буду пробовать. И снова здравствуйте, что называется. Приехала с почты. Папа, где у меня еще один лук? А, еще один лук укатился. Минутку. Приехала с почты, увидела там тое, все, хочу себе тое. Давно я присматриваюсь к этой собачке. Ну, Мара меня не простит, конечно. Она у меня ревнивая. Ну, постоянно, когда я вижу эту собаку, я ловлю себе на мысли, что я хочу себе ее. Такая маленькая злюка-защитница у меня будет. Только девочку, конечно. Мальчика не хочу. Буду ее с собой возить. Гулять на поводке. Куплю ей намордник. Чтоб не бросалась ни на кого. Меня Мара из дома выгонит с этим тоем. Так, сейчас быстро нужно сделать голубцы. Скоро уже девчонок забирать с института, со школы. А у меня то одну, то другую. Так, надо еще сметану не забыть купить. У меня все в напоминальниках. Все, потому что память короткая. Тут помню, сейчас выйду, повернусь и все забуду. Хотя бы успеть накрутить, поставить. Людмила у нас такая. Ей нужно свежее, вкусненько. Лолиточка, что дома будет, то поест. Это девушка без претензий у меня. А Людмила будет у меня вкусную еду. Чтобы она была не просто вкусная, обязательно свежая. Вчерашняя, там если что-нибудь макароны, что-нибудь останутся, супчик она вчерашняя есть не будет. Она будет голодная, но есть вчерашняя она не будет. У меня такая бабуля была тоже, царствие небесное. Никогда тоже вчерашнюю еду не ела. Треногу эту с лампой купила, дети вчера фоткались. Они говорят, тетя, мы думали, ты для нас купила, специально для фоток в Инста. Я говорю, ну, конечно. Сестра с моря приехала. Заболела. Температура такая высокая еще. 38,7. Ну, так всегда. Каждый год с моря приезжает. И с температуры сваливается. Дивка. Туфли заказала. Я туфельки такие симпатичные пришли. Покажу потом вам.
Говорю, хоть померь. Так красивый, на ноге посмотреть. Не могу, говорит. Ну, сейчас лекарство выпила. Полчаса полежит, отойдет. Может быть, примерит. Так, без лица покажу ее. Голубцы кладу обязательно базилик и мяту. Ну и приправы. Соль, перец, паприку. И как эта желтая приправа называется? И куркуму. Но чуть-чуть кладу. Вот так я готовлю. Позвонила Лолиточка, говорит, тетя, я закончила. Сейчас поеду ее быстренько привезу. Продолжим готовить голубцы. Не самое главное до Людмилиного прихода, чтобы обед был готов. Сейчас 12, а надо полвторого. Ну, успею, конечно. Жара у нас сегодня 26 градусов. И такое впечатление, что еще больше парит. Держатель, если мой будет дрожать, дико извиняюсь. А он дрожит сейчас, что-нибудь, может, подложу. Учатся одна пара, физкультура. Пошли полтора часа. Вчера одна пара была, сегодня одна пара была. Может, мне в институт получить, поступить. Ой, так я учиться не любила. И когда школу закончила, я была самым счастливым человеком. Я еще не представляла, когда девчонки стояли на линейке, плакали на выпускной линейке. Когда очухалась после болезни, поехала к племяннице в Ставрополь. Она салон открыла. И мне говорит, что ты дома сидишь? Открывай тоже салон. Скучно дома сидеть. Я говорю, ну как открывать? На это ж надо учиться. Я вообще не знаю, что, как, к чему. Она говорит, открывай, я тебе помогу. Подскажу, где, что, как. Ну, приехала, с сестрой поделилась, говорю, Карин, так и так. Она говорит, хорошая идея, давай откроем. Купили квартирку, быстренько переоборудовали ее. Сделали, ну, 50 квадратов у нас, но маленький, но очень такой уютный, симпатичный салончик. Начали работать. И что-то мне это так понравилось. Девчонок набрала самых красивых. У меня, наверное, самые красивые парикмахеры в городе были. Годик посидела просто так, ну, как администратор. Скучно стало. Потом отучилась на мастера ногтевого сервиса. Начала пилить ногти, и мне это так понравилось. Как будто для этого меня мама родила. Ну, тоже поработала 2 года. Не, не 2 года, сколько я ногти. Года 4, наверное, ногти я пилила, что-то я. И тоже как-то стали снимать. Мода прошла, скажем так. А сейчас опять смотрю, все с ногтями. Ну, проработала я в салоне 7 лет. И все. Как-то энтузиазм у меня этот погас. Но было весело. Коллектив у меня такой дружный был. Не знаю, какой я хозяйкой была. Очень хочется верить, что доброй и справедливой. А там не мне судить, конечно. Ну вот, хотела поделиться этим отрезком моей жизни тоже. Так, где моя
красавица-студентка. Сейчас покажу вам наши пробки. 12 часов, 11.58 на часах. У нас вот такая пробка в городе, в центре. А, вот моя красота стоит. Давай сегодня без кофе, у меня там голубцы. Независимая тоже. Домой ехать? Нет, тетя, давай кофе возьму. Тут вкусно действительно кофе варят. Продолжаем. Сумбурно. Все происходит. Ну, а как по-другому не получается. Сейчас быстренько накрутим. Поедем за Людмилой. Что, мяту порезала? Мята так пахнет. Что ты такая без настроения? Температура спала? Сестра спустилась завтракать. Ты потом туфельки примеришь? А я тебе только ноги поснимаю, я тебе не буду снимать. Валита? Хорошо. Мама тоже не здоровая. Кому? Мама приедет? А, я даже не заметила. Пойду поздороваюсь хоть. Все, заболели все вместе. Сестра, мама. Лариточке тоже не здоровится. Ну да, ей вчера не здоровилась, говорит. По-моему, даже, говорит, что-то температура, что ли, была. Сейчас все... Так всегда бывает. Все заболеют, переболеют. А потом я после всех. У меня самый крепкий, да, получается, иммунитет? Тут раз ты первая болела. Когда я первая? Ты с Москвы приехала. Ну, с Москвы это этот вирус, когда только начинался. Это не считается. Я имею в виду так, простудная. Ой, ты мне капусту делаешь. Больше всего не люблю капусту разделывать, разбирать голубцы. Если капуста уже будет готова, что там делать? А посудомойка тут не работает. Как ты в посудомойку положишь? Нет, она не моет. Последний раз не помыла, нужно мастер. Так, чуть-чуть ниже опускаем. Солим. Перчим. Я скоро фудблогером стану. Чуть-чуть куркумы. Чуть-чуть так. И паприку. Паприка сладкая, не горькая. И вымешиваем. Ой, забыла. Карин, дай мне, пожалуйста, это лук. Лук я пережаривала на сливочном масле. Да, вон там вон это мисочку переложу, чтобы я не со сковородки. Лук подостыл, пока я за детем ездила. Не, надо встать, я так не могу. Криво, ровно. Тщательно вымешать. Лука вот побольше кладу. Чем больше лука, тем вкуснее. Сочнее, вкуснее. Тщательно вымешиваем. Помню, когда Лолиточка маленькая была, помогала мне все время вымешивать двумя ручками вот так. На. Все, сейчас быстренько закрутим.
поставим на огонь. За второй птичкой. Да, тут, конечно, шум машин. Ну ничего, скоро домой зайдем. Там у нас тишина будет. Видела на почте Тоя. На почту ездила. Видела там Тоя. Русский Той. Есть эта маленькая собачка? Хочу себе Тоя. Давно я присматриваюсь. И дома держать, да? А, конечно, он же маленький. Зачем он нужен? Да, конечно, не нужен. Все против. Но первая против будет, конечно, моя кошка. Она ревнивая у меня. Не поймет сначала, в чем дело. Как? Вырезаем вот эти вот. Как Светка, Володина жена. Володя говорит, а эту собаку возьми, а у них хорошая собака, умная такая. Светка говорит, вот где вы будете держать? Я как делаю? На улице дышать уже, утка есть у нас. Я не представляю, как можно собаку заводить, а потом кому-то отдавать. Вот это я не представляю. Не, ну у них внучка родилась. Ну и что, что внучка у них? Они же планировали, что у них внучка родится. Как не, можно... Ну как, очень просто, когда приоритет всегда дети. Когда они думали, что... Дети, ребенок, быть. Да. Тем более у них большая агрессивная собака. Я так не считаю. Я считаю, понимаю, что когда берешь животное, ты несешь за него ответственность. Ну вот попугаи его тоже берут, а потом рубаху это, ребенку ну, это. Ну это неправильно. Прежде чем заводить, надо 100 раз подумать, нужно тебе это или нет. А животных тоже держат, дети менее аллергичны, когда животное в доме. Ну я с Москвы принес попугай, вот гадик мне дал его. Он говорит, мы искали, кому отдать, чтобы руки, хорошие руки дать. И взяли мне, дали. Тоже внучка вот родилась, дочка родила. Все, говорит, это, пыль от него, это, взяли это. Взяли, отдали. Попугай, не отдали бы, выкинули. Не понимаю, все. Прежде чем заводить, надо 100 раз подумать. Потом уже заводить. Вот королева уже корги не заводит, у нее уже корги нет. Почему? Потому что она в том возрасте, когда не хочет, чтобы собачки осиротели. Правильно. Вот это там правильно. Там какая-то другая порода осталась у нее, но еще просто это. Чего? Да то она и королева, а? Думает. По-королевски прям думает. Все. Голубцы закрутила. Сейчас поставлю. Вот последнее время делаю без зажарки. Раньше Леечу заливала или делала там с луком, с морковкой, с томатой. Поджарку заливала. Сейчас зятю нельзя. У Людмилы у нас гастрит обострился. Кушаем вот такие вот белые. Без поджарки, без так, я взяла вторую свою красавицу всю. Идем домой. Что, тебе сегодня замечание, да, насчет юбочки сделали? Ну, сказали то, что нужно по форме. Типа темно-синее это не форма. Лежи, иди ко мне, тебя не видно. Сегодня Елена Григорьевна всем привет передавала. Спасибо, ей тоже обязательно надо передать. Это первая учительница наша. Мы вот именно из-за Елены Григорьевны Людочку отдали на год позже. Школу, чтобы она к этой учительнице попала. Угу. Нам понравилось, как она Лолиточке преподает. Сейчас пообедаешь, чуть-чуть отдохнешь и поедем. Угу. Куда? В галерею юбочку, да, посмотрим? Ну, можно. В галерею Вершину. И Лолиточку с собой возьмем. Угу. Маму, наверное, не будем брать. Хотя она сейчас таблетки напилась, получше себя чувствует. Ну, лучше не надо. Чё, как дела в школе? Хорошо. Быстро уроки прошли.
А у Лоли ты сегодня одна пара опять была. Да, у нее и завтра вроде одна завтра. Пара. Слушай, не учеба, а лафа, да? По одной паре пойдет полтора часа потусит. У них сегодня физра была, они даже не бегали, а на маршрут так, пешим шагом погуляли, говорит. Ну, тоже дело, не дома сидеть, на свежем воздухе погулять. Жарко, да, сегодня как? Да. А ты говоришь, еще пиджак. Ну, утром прохладно, Зай, утром нужно пиджак одевать. 5 минут, да, дойти. Зай, с твоим иммунитетом 5 минут хватит заболеть. Других не заражай. Сегодня целый день чихала. Ты? Аллергия? Ну, еще чуть-чуть, Зай, еще 2 недели потерпи, и все. Даже вчера так не чихала, как сегодня. А что это с тобой? На каждом уроке. Еще вот, за которые салфетки Лолита купила, они прям такие ароматизированные, я еще и от них чихала. Скинь мне в машину, не надо тебе такие. Тогда, наверное, не обратила внимания, тебе такие нельзя. Зато красивые. Ну, тебе красивые. Ну, там вроде что-то разлилось. Хотя... А, это... Ну, все, переключимся уже. Дома. Мара. Встречает меня, приеду сразу, встречает. Что, Зай? Хорошо, иди ручки помой, роднуль, переоденься и спускайся. Не успела, да, Марусь, в машину прыгнуть? Все, пошла по делам. Пришла, поздоровалась, помяукала и пошла по своим делам. Юбочку выбирать. Любим, ну симпатичная, Зая, она тебе сидит нормально. Возьми эту, если будет другая, возьмешь еще другую. Подожди, я посмотрю. Ждем. Если черная, если есть, да. Но она тебе широковат, подальше отойди. Она тебе чуть-чуть широк, не твой размер. Тебе, мне кажется, на размер меньше нужен. Да? Да. А, вот лучше. Да. Просто это тоже не твой размер, а там размерных... Это там большие какие-то ряды. От 50, у меня 46. Ну да, большая она тебе. Ну, им же серая нужна, понимаешь? Мы посылаем мир и доброту. Повернись, Зай. Она тебе не узенькая? Отойди, родной, подальше. Нет. Тебе вот это больше нравится, да? Это даже мне как раз чем-то. Купили юбку, не зря приехали. Все, домой. Едем домой же с девчонками. У нас тут такая пробка. Стоим. Ну ладно, на сегодня буду прощаться. Спасибо, что были со мной. До завтра.